Первоуральском городском округе начинается газификация двух крупных поселков. Сегодня в управлении капитального строительства рассказали журналистам, что еще 2000 человек получат газ. В этом году мы продолжим газификацию поселков Белимба и поселка Новоуткинск. Летом прошлого года у нас заключены переходящие контракты. Часть средств освоена в прошлом году, часть средств предусмотрена в этом году. То есть продолжать работу мы начнем в апреле месяце, закончим их в сентябре. Рабочие планируют проложить 30 километров газовых сетей в Новоуткинске и чуть меньше в Белимбае. На эти цели из областного и городского бюджетов выделено 84 миллиона рублей. В поселках уже построены подводящие газопроводы. В конце апреля начнется прокладка разводящих сетей. Газопровод будут тянуть вдоль улиц. Разрешение на подключение к газовым сетям жители частных домов в Белимбае и в северо-западной части Новоуткинска начнут выдавать осенью 2019 года. Планируется, что газом будут обеспечены более 1000 домов. После всех работ два крупнейших поселка городского округа, где проживают почти 10 тысяч человек, будут признаны полностью газифицированными.